голос. Да и встречался с тобой только потому, что это было круто. Все пацаны мне завидовали. Мальчики, скажите, как вы к нам относитесь? Хорошо, мы вас всех любим. Очень красивые, честно. Ну, давай попробуем. Это Cool Kids. Крутые детки. Привет, меня зовут Тимофей, и я из команды крутых деток. Cool Kids – это первый детский художественный YouTube-сериал, где сценарий пишут сами зрители и подписчики. Пишите ваши школьные истории в комментах, можно реальные или выдуманные. Лучшие из них лягут в основу наших новых видео. Авторы идеи этого эпизода – Авиза ТВ и Энни Миллер. Ставь лайк, подписывайся на канал. Увидимся в будущем. Девушки в бикини? Ну и как, познакомился? А может, ты и не только познакомился? Владочка, да это ж я, чтобы пацанам всю прелесть Египта описать. Ты же сама все видела по скайпу. То есть можно сказать, что на девушек в бикини я не смотрел. А смотрел только на твою мордочку в телефоне. А поле влюбленности ты не выключила, да? Ты мне ничего про него не говорила. Где я? Что случилось? Кто вы все? Вас зовут Виолетта Борисовна, и вы наш вахтер. И вы очень любите детей. А что, красиво звучит? Магистр магии Виолет... Виолетта. Не поняла. Она ж на вахте должна сидеть. Походу, она все вспомнила. Нам капец. Ваша шутка по поводу того, что я вахтерша, была, конечно, очень смешной. Ну да ладно, я не обижаюсь, а то смотрю, уже в ваших глазах ужас плещется. Мы тоже в наше время прикалывались над учителями в своей школе в Авалоне. А Авалон это что? Это где такой город? В общем, никто вас наказывать за ваши шутки не будет. Я пришла сказать, что ваш учитель физкультуры заболел. Стоп, стоп, стоп! А ну-ка прекратите свои радостные повизгивания. Физкультуру никто не отменял. Поэтому у меня для вас сюрприз. Мы договорились с вашим одноклассником Тимофеем, и сегодня урок физкультуры будут для вас вести самые известные хаски-видеоблогеры. Пантюхи-бублик! О, вот и они! Так, занимайтесь, а я пошла. Так, цыпочки, все-все, успокойтесь. Сегодня у нас особая миссия провести у вас урок физкультуры. Да, ну-ка, быстренько стройтесь. Начинайте махать вашими корявенькими ручонками. Ну кто так махает ручонками? Вот человек, покажи, как правильно надо махать. Запомнили? Тогда машите еще раз. А, господи! А теперь мы будем учить вас командам. Сидеть! Стоять! Сидеть! Голос! Папася, нам попались очень дисциплинированные человеки. Да, бубленца, любо-дорого посмотреть. А теперь у нас упражнение «Гонка за лидером». Идем на исходную позицию. Итак, два самых быстрых человека пристегиваются ко мне и бублику, и по команде стартуем. Кто последний прибежит, тот червяк. На старт, внимание, марш! Я упала, и мне никто не помог!
косята, вы молодцы, но бегать нам с вами надоело. Младший человек, отведи нас домой и возвращайся в школу. Ладно, пацаны, я скоро вернусь. Ой, пока. Папа-пёсики! Прощай. Блин, какая же девочка новенькая, красивая. Никогда такую еще не видел. Да, и мне тоже нравится. Блин, вот бы мне с ней погулять. А я ее хочу в кино пригласить. Да, пацаны, нам остается только мечтать. Девочка такого уровня даже на нас внимания не обратит. А слабо новенькую в кино пригласить? Я, например, не боюсь. А как же ваша дружба с Владой? Все, прошла любовь, завели помидоры. И кроссы жмут, и нам не по пути. Вот что я в этой Владе нашел? Она какая-то маленькая, дерганная, ревнивая. А Соня красивая и добрая. Да это ты при нас такой смелый. А вот ты встань, пойди и пригласи ее на свидание. Смотрите и учитесь, лошары. Вот, короче. И вот, я пошла в кафешку с Владой после. Привет, девчонки. О чем болтаете? А я сегодня вечером в кино собрался. Соня, не хочешь со мной пойти? С тобой? Ты правда думаешь, достаточно иметь смазливое личико, подойти к девушке и все, она твоя? А я готов тебя добиваться, даже на руках носить. Ильграф, это что за шуточки, совсем мозгов нет? Че ты ноешь? Мне уж достала твоя ревность. Да и встречался с тобой только потому, что это было круто. Все пацаны мне завидовали. А потом я понял, что из девочки намного красивее тебя. Ты что, реально готов меня на руках носить? Если честно, готов тебя нести, хоть на край света. Блин, как же хочется настоящей любви, а не любви по действиям поля влюбленности. Ладно, добавляю всех девочек в поле влюбленности, как цели. Что еще за поле влюбленности? Сейчас увидишь. Соня, ты вообще понимаешь, что ты сделала? Ты разбила самую лучшую пару в нашем классе. Ты нервы-то побереги. Как разбила, так и склею. А сейчас время для развлечений. Мальчики, идите сюда. Так что, готов носить меня на руках? Так бери. А мне тебя долго держать? А ты что, уже сдулся? Нет, я тебя готов носить на руках хоть весь день. То-то же. Мальчики, скажите, как вы к нам относитесь? Хорошо, мы вас всех любим! Вы очень красивые! Честно! Владка, ну хватит рыдать, тут такое происходит! Все, что могло произойти, уже произошло. Да там наши парни всем нам в любви признаются! Что-то тут нечистое в этих ваших признаниях. Взять хотя бы того же Сашу. Всем известно, Саша любит... Саша любит никого. Нет, я люблю Вирджинию. И все прекрасно об этом знают. Капец. Я думала, ты никогда этого не скажешь. Все с вами понятно. Короче. Катька, да ну их. У нас с тобой будет пара. Ты мне всегда нравилась. Ты сейчас серьезно? Абсолютно. Блин, там сейчас всех пацанов разберут. Ты как хочешь, а я пошла. Никита! Я тоже! А ты мне ничего хорошего не хочешь сказать? Конечно, хочу. Ты прости меня, что я на новеньких засмотрелся. Ты все равно самая лучшая в мире. Я не поняла. Я что, одна без парня осталась? Почему одна? А я смотри, какой клевый. Да уж, на безрыбье и рак рыба. Лер, а я рад, что ты снова вернулась нам в класс. Пока меня не было, смотрю, у вас столько всего произошло. Раз обстановка разрядилась, я предлагаю устроить соревнование, какая пара лучше. Ладно, Ильграф, поставь меня на землю, я объясню правила. Как вы видели, чтобы завоевать девочку, нужно носить ее на руках. И сейчас мы узнаем, как далеко вы сможете нас унести.
А на спине можно? Девочек на спинах не носят. Нас нужно носить исключительно на руках. Ну что, готовы? Тогда все бежим на старт. Владка, что здесь происходит? Почему мальчишки девчонок на руках таскают? У нас сегодня, оказывается, день признаний и новых пар. Ничего не пойму. А ты что такая заплаканная? Тебя кто обидел? И почему Эльграф не тебя успокаивает, а несет на руках новенькую? Потому что он меня бросил. Ну, слава богу. Что значит слава богу? Потому что у меня появился шанс, Владка. Хочешь, и тебя потаскаю на ручках. Садись ко мне на коленки. А вот возьму и сяду. А ты перестань что-то делать назло. Знаешь, какое самое лучшее средство от злости? Какое? Обнимашки! Обнимашки взаимные, тебе сразу станет легче. Ну, давай попробуем. Посмеялись и хватит. А теперь посмотрите все сюда. Так что, готов носить на руках? Так бери. Да не